Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как зайти в режим загрузки, то есть режим Download Mode на устройстве Samsung Galaxy Xcover 4S. Для этого вам нужно в первую очередь выключить устройство. Затем, после полного отключения, удерживаем комбинацию клавиш, кнопка включения, кнопка громкости вверх и кнопка домой, чтобы попасть в режим recovery. Держим три клавиши все время, пока не попадем в режим recovery. В режиме recovery, используя кнопки громкости, чтобы перемещаться, и кнопку включения, чтобы сделать выбор, выбираем второй пункт Reboot to Bootloader. И попадаем в режим загрузки. Чтобы выйти, выхода из режима загрузки не имеется никакого, кроме как принудительная перезагрузка. То есть вытягиваем аккумулятор, сначала снимаем крышку, затем вытаскиваем аккумулятор, телефон выключается, вставляем аккумулятор обратно. И включаем телефон. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!